Здравствуйте на канале «Как заработать деньги в интернете». На этом канале мы разберем, как я зарабатываю 3000 долларов в месяц в интернете с вложениями, без вложениями, ну то есть абсолютно все способы. Разберем и в общих чертах все покажу, выводы, заработки, абсолютно все помогу. Как всегда, лайк, комментарий, подписка, репост. Приветствуется криптовалютой Tron. За это все вы делаете эти условия, скидываете в чат, там есть как что. И, естественно, получаете трончики. Итак, ребят, также у нас есть телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как без вложений, так и с вложением. Как видите, различные есть проекты, биржи и многое-многое другое, на чем всем, что там зарабатывают. Вот статистика по сигналам закрытого VIP-сообщества, то есть, если вы хотите к нам VIP-ку, вот статистика за месяц абсолютно по всем торгам и общий профит, сколько получилось. Итак, начнем с чего? Начнем, я думаю, с такси. Все знают данный проект такси, и я уже неодноразово показывал данный проект, рассказывал, как начинать без вложений, как с вложениями и в целом. Сколько у меня сюда заряжено и кэша? Ну, я заряжал около 1000, скажу так. Ну, а в целом все порешали рефералы. То есть, именно реально за счет рефералов, если взять партнеров, то, ну, так и получается, что раскрученный очень-очень сильно аккаунт. Вот, смотрите, я ничего не скрываю. Есть рефералы первого уровня, есть блогеры. В основном всю фишку, весь доход дают реально блогеры. То есть, ну, видите, да, 500 000 от биткоин. Ну, то есть, кэша очень много. И в общих чертах, если, наверное, покажет, я думаю, или нет. Нет, не покажет. В общем, первый уровень у меня где-то, сейчас статистику, наверное, на статистике есть. А вот, первый уровень у меня по рефералу 175 человек, а второго уровня, то есть рефералы моих рефералов, то 1659. То есть, как видите, здесь у меня личный оборот 1,5 миллиона, а рефералы моих рефералов еще 3 миллиона. Ну, то есть оборот космос, и поэтому у меня получается, что вот такие вот кэши собираются. И максимальный здесь вывод, что дают, это 60 баксов на день. Ну, в принципе, вот так. Здесь механика очень закрученная. Игре 10 лет. Вот, поэтому получается так, что дает реально выводить. То есть здесь все продумано, ребят. Не получится там что-то кого-то обмануть. Если выйдет, вот, нажимаю, например, счет для вывода. Вывожу я на Pair. Вот, я сейчас постараюсь найти... особо не задавался никогда вопросов истории вывода, и покажу, что каждый день реально вывожу по 60 баксов на день. Итак, история, да, вот история выплат, и смотрите, третье число 6000, второе 6, первое 6, я думаю, видите, что да, по 6000 вот, вывожу. То есть, грубо говоря, по 60 баксов все выводится, понятно, что там комиссия какая-то. Ну, все равно, так как по курсу оно реально выходит 60 долларов. Я думаю, вы видите, да, вот. Еще с 11 месяца, то есть я уже месяц прогортал. Вот, понятно, что оно мне уже в разы купилось, я уже забыл. Вот, вначале у нас вот такие суммы были, ну, а потом это 10 месяц был. Ну, а дальше пошло уже на рост. Потому что пошли блогеры, пошли люди. Эта вся движуха реально толкнула очень-очень сильно пушку. Раскручиваем, развиваемся, не останавливаемся на месте. Мы также, и у нас гараж увеличился за это время, за этот месяц очень сильно. У нас раньше было там 2-3 машины, было 2 Audi A8 и бомбило. Ну а потом уже, естественно, за пополнение начали там плюшками давать, крутить, еще рулетки мы начали. Ну и как видите, очень-очень много различных машин. Также есть недвижка, бульдозеры. Много и бизнесы, все это развивается, ну, в принципе, почти как в реальном игре. Вот, видите, да, то есть бульдозеров тоже очень-очень много. Вот, здания. То есть, ну, не стоим на месте, кэша здесь много. Я думаю, в целом так вам для мотивации решил показать, сколько всего здесь есть прокачанного. И кэша тоже довольно-таки очень много. Следующий момент, я думаю, вы поняли, сколько это приносит. Я уже говорил, по 60 баксов в день. Следующий по доходности у меня по криптовалюте, это трейдинг, BNGX платит, мы торгуем, все удачно. В общем, ребят, чтобы попасть в VIP-ку, нужно быть моим рефералом. То есть, многие, я знаю, ребят, вас зовут там, вот, регистрируйтесь.
и все будет круто, классно, классная комиссия. Ну, а здесь, помимо регистрации, вы получаете доступ в VIP-ку. А вам все, что нужно, пройти верификацию и пополнить сюда хотя бы 200 USDT. Вы это все делаете, пополняете и получаете доступ в VIP-ку. Не только вы, а и ваши рефералы. То есть вы можете позвать своих друзей, они будут торговать. И за их торговли вам биржа тоже будет, естественно, платить, ну, как обычная рефералка. То есть вам платит процент от их комиссии, да, то, что она там использует. То есть не с их будет, не с ваших друзей вычитывать, а именно с кармана биржи. Вы будете получать кэш в плане комиссии. То есть, грубо говоря, для вас это очень хорошая пассивка, потому что не все блогеры дают випку не только своим, а и вашим друзьям. Да? То есть они тоже самое выполняют те же самые условия и получают доступ к вип-каналу. Вот. То есть, грубо говоря, тоже у нас здесь получается очень хорошо торговать. Вот вам результаты. Как видите, Dudex 26%. И здесь довольно-таки очень много. Да, бывают минуса. Нельзя сказать, что все идеально, все плюса. Вот, видите, минус 14%, минус 72%. Но в целом, если так посмотреть на долгосроки и в целом месяцы, получается профит 1375. То есть, грубо говоря, если вы в сделку заходите по 100 баксов в каждую, да, то умножаете на 3375 и получается очень крутая сумма. Сумма выходит 33 750 долларов. Очень круто и очень жирно, я скажу, это просто космос. Вот, я не знаю, у кого есть такая статистика, такая динамика. Я договорился с трейдером, випка у вас, випка у меня и ваших тоже друзей, тоже доступ к випке. Тоже профит очень бомбовый, тоже хорошо очень приносит. И больше 1000 долларов получилось у меня за прошлый месяц, за декабрь. Так что тоже подписывайтесь. Следующий момент, такой немаловажный. Ну и это игра RollerCoin, платит. Здесь начинал я без вложений, потом докидал на ивенты. Крутил, здесь дают различные тоже всякие плюшки, что можно было прокрутить через лутбоксы и очень и очень хорошо заработать. Сколько сейчас на данный момент приносит? На данный момент я майню BNB-шки, видите, вот такую сумму, 1574 BNB сатошей каждых 10 минут. Вот, у меня на данный момент вот такое вот количество всего разные крипты. В целом где-то доход 20-30 долларов потолок. Если с рефералами, то 30, без рефералов где-то около 20 баксов в месяц в криптовалюте. Если крипта вырастет, естественно, мой профит и доход тоже вырастет в разы. Балуют различными ивентами, сезонками и так дальше. Тоже можно играть. Выделять сколько времени надо? Ну, ребят, скажу честно, если вы классите краны, да, и ищете заработок без вложений, то игра для вас. Если вы ищете заработок реально попрофитнее и краники вам не интересны, у вас кэша хватает для того, чтобы не клацать вот эти вот краники, то в эту игру вам нет смысла вообще заходить. Ну, меня я начинал уже давно, это не месяцем, то играл, то закидал, то еще, короче, крутился. Но в целом, в общем, приносит профит, пассивка, в чем плохого, зайти раз в день, класснуть на энергию, вот эта батарейка бесплатна, класснул и забыл. В принципе, вот так. Итак, игра Mining Block. А-ля тоже псевдооблачный майнинг, даже сказал бы не игрушка, а под игрушку сделано все. Но вместо просмотра рекламы и все этой движухи вы тоже набираете майнера и майните криптовалют. Я уже показывал вывод, как видите, у меня майнится Цетаревский, и вот майнинг Forever 1 миллион сатоши, 1 миллион 680 там, с копейками. Каждый там, по-моему, полчаса мне капает. Бывает такое, что 5 миллионов приходит. От чего это все зависит, честно говоря, не знаю. Мощами 254 гигахэша. Вот, ну, в принципе, качаемся понемножку. Откуда профит? Скажу честно, признаюсь, это не левел. И можно без вложений раскачивать этот ловер, ПТС-ки, клацать все и так далее. Это все проклацываете и получаете разные майнера, полочки и так дальше, больше 10 левел. Меня, скажу честно, это все движуха от рефералов насыпало благодаря вам. И на данный момент у меня рефералов очень много, ну, чтобы вы там не удивлялись, что, блин, сколько у меня, 286 рефералов, ну, это не одним месяцем тоже видеоролики сделан. Ну, а теперь следующий профитный момент, который тоже немаловажен, если вы, например, живете на территории Украины или Европы, очень крутая возможность от биржи Whitebit, вы можете холдить криптовалюту, я перестраховываюсь, бо торговля это все хорошо, конечно же. Вот. Ну, а есть такое понятие, как холд. И я, вот у меня в холде 4800 USDT. А именно под Yorn'у, и, ну, то есть под процентом лежит на 3 куска. То есть через 3 месяца, я вложил под процент на 3 месяца, у меня будет эквивалент
долларом, да, то есть вот видим плюс 110 баксов за 3 месяца. Просто вот так вот ляпс есть. Кэш. Как все сделано? Регистрация простая, верификация тоже еще проще. Нажимаете выбрать план, заходите и выбираете, что вы хотите вложить. Вот смотрите, эфир, чик, да, под 17.39, 17.39. То есть вы можете в биткоине положить на 10 дней. Вот, от 0.05, от 500 тысяч сатошей биткоина, да, так само в эфире. И самый большой процент, 18.64, больше, чем банк дает USDT. Знаем, USDT это к доллару, один к одному, и платит просто очень жирно. Выбираете, на какую сумму. Вот вы можете выбрать, например, 500 долларов на 10 дней, 1.25 USDT. Месяц, 5.4, 3, ну, видите, да, все по возрастанию. Круто. Ни единый банк вам не даст столько профита. Начинается бычка, ребят, так что я рекомендую это все тупо в крипту, еще под процент, под холд. И часть выделить себе там 200 USDT, как делаю я там, или начинал, скажем так, трейдить, заниматься трейдингом, да. То есть вот, в Бинксе троуем, кэш у меня сейчас 509, я уже пораскидал весь кэш еще на HTX, там, короче, у меня кэш раскиданный, тестирую новые моменты, то есть в дальнейшем буду скоро сделать вам обзор еще по другим биржам. И показывать, какие там привилегии, плюшки есть и так далее. Следующий момент, тоже немаловажный и немалопрофитный. Сейчас зайду на... Итак, сканировал QR-код с телефона, чтобы можно было зайти. И здесь что фишка есть? KuCoin, да, трейдинг и трейдинг бот. Почему я сразу захожу, чтобы вам не рассказывать эту всю вру. В общем, очень-очень много всякой движухи. Рассказываю суть, где реально можно что-то урвать и что-то заработать. И здесь вы ищете рабочий бот, да, то есть трейдинговый бот. Вот, и есть такое понятие, как сеточная торговля. Я взял Ripple до USDT. И суть какая, что, как видите, вот раскидываются сразу ордера. Вы выбираете, например, ценовую политику, да, то есть, когда уходите, выбираете плечо и образно там, да, там. Цена от 0.53 до 51 до 72, ну, то есть по росту. И получается так, что сам автоматически оно ордера срабатывает. То есть идет цена вниз, он просто усредняет, докупается, да. То есть так же сам идет вверх, он, естественно, по ордерам начинает продавать. Оно сразу показывает, какой профит с одного ордера выходит. И довольно-таки неплохой профит. Сколько вышло у меня? В общем, я протестировал там где-то 2 дня. Вот он у меня на телефоне. И вот такая вот ситуация. Как видите, я вошел в лонг, естественно. И по сеточной торговле, как видите, я... все выставил, и получается так, что мой профит, так вот, чем больше, видите, динамика, да, есть колебания, скажем так, то у меня профит составил 2 доллара 17 центов, это примерно за 2 дня, вот видим, 2 дня 19 часов 42 минуты, сколько работает вот это вот данный бот, да, то есть в любом случае в профите, вот, бывает такое, что здесь тотальный профит, это точки ухода, сколько у вас уже накопилось, и идет вверх цена, да, то есть вы начинаете, оно начинает профит вниз. Оно, конечно, тотальный профит показывает минус, но оно начинает покупать средняться. То есть оно якобы идет в определенном ценовом канале. У меня от 0.57 я выставил, да, центов, до 0.68. То есть в этом проеме оно идет, торгуется вверх-вниз, естественно, я зарабатываю. Если оно выйдет выше канала, оно, естественно, продаст все ордера, и я останусь сугубо с USDT. То есть да, если идет ниже, то я останусь в монете XRP, и все. Вот такая вот монета. Вот я сюда закидал больше 600 USDT. Я закинул примерно половину, где-то сюда 340. Я закинул, решил попробовать показать вам, как это все работает, и в целом полный профит. Ну, это так, как бы тестировка для заработка, чтобы не париться, и чисто полный пассив. Чтобы не ручками, бо трейдинг не надо ручками. Ну, а здесь вот такой вот классный, хороший бот. В принципе, добавляйтесь, буду рад вас видеть в нашей VIP-канале и зарабатывать на полном пассиве, и очень хороший кэш зарабатывать на обычке. Всем спасибо за внимание, всем пока и хорошего профита.